В Люберце наконец-то пришла настоящая весна. Столбик термометра в дневные часы стремится вверх, а в ночное время температура воздуха все реже опускается ниже нуля. С приходом весны пробуждается и природа. Одной из первых распустилась верба. Как правило, цвести представители этих видов начинают в середине марта. В этом году серые шелковистые комочки на вербах появились позже обычного. Народная примета гласит: увидели распустившиеся почки вербы, значит, вы увидели приход весны. Полюбоваться распустившейся вербой жители Люберец могут на главной аллее в Центральном парке.